Скажите мне, пожалуйста, какой сегодня день? День воскресный, день чудесный, но всегда бывают разные ситуации в нашей жизни, от позитивных до негативных. Сегодня ролик будет максимально полезный, актуальный абсолютно для всех. Герой выпуска в день воскресный резал салатик на кухне, смотрел фоном наш сюжет, а дальше произошло ровно то, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Посмотрите, пожалуйста, внимательно вот на этот дом. И скажите мне, не кажется ли вам, что подобные дома можно встретить по всей нашей стране? 3, 4, 5 этажей есть в каждом городе. В данном случае дом 1964 года постройки. И ситуация, о которой мы сегодня вам расскажем, может произойти абсолютно с каждым, кто проживает в подобных домах. Знакомьтесь, друзья, Павел, который нам сегодня, собственно, и расскажет всю эту историю. Учимся на чужих ошибках наматывать и на ус. Но начнем мы от обратного. Паш, тебе 24 года, ты женат, да. И ты проживал здесь полноценно со своей женой. Расскажи, во-первых, откуда у тебя квартира в этом городе в такие молодые годы? Собственно, эта квартира досталась нам с мамой в равных долях по программе улучшения жилищных условий московской, поскольку до этого жили в Москве. А в Москве они проживали в квартире, где у них была комната 18 квадратных метров. Им выделили 3 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. И Павел с мамой договорился следующим образом, что он покупает квартиру в области, которой они владеют в равных долях. Но мама пока что осталась жить в этой комнате на птичьих правах. То бишь в любой день ее могут попросить оттуда уйти. И это будет справедливо, она это прекрасно понимает. А Паша покупает в области квартиру двухкомнатную в силу того, что в Москве, естественно, 3 миллиона ничего не купишь. Вот. И, соответственно, просто сюда я уже переехал, жил сам, в какой-то момент познакомился с женой. И уже, соответственно, мы здесь живем около 3 лет. Двухкомнатная квартира, 46 квадратов, в одном из типичных домов для нашей страны, четырехэтажном. Да, да, на четвертом этаже, соответственно. Жил, не тужил, все нравилось? Ремонт какой-то делал? Ремонт делал косметику легкую по возможности, вот. И, соответственно, но на самом деле, когда начал потихонечку разбираться, в том числе с электричеством, обнаружил, что, соответственно, проводка старая еще 64-го года. И когда я увидел то, что изоляция снимается с проводов буквально вот так вот, стоит потянуть за нее, собственно, после этого я примерно сразу же купил огнетушитель в надежде, что это мне поможет. Ага, то есть у тебя дома был огнетушитель? Был огнетушитель. Соответственно, когда ты увидел то, что эта проводка снимается, были мысли какие-то написать, там, не знаю, там, в управляющую компанию, в ЖЭК, еще куда-то, пожарным, сказать, ребята, тут проблема, можем сгореть? Честно говоря, мыслей таких не было изначально, поскольку, ну, я, соответственно, попытался вытянуть проводку в своей квартире, вот, а то, как, соответственно, ни шатка, ни валка идет ситуация в целом с ремонтом дома, ну, честно говоря, мыслей не было, потому что... Вот это просто ключевой момент. Я просто хочу, ребята, до вас, до всех донести, что вот она типичная ситуация. Вот на данный момент обычный будний день, среда, дождик идет, люди собираются на работу, кто-то приходит с ночной смены, ложится спать, идет обычная жизнь. И на ваших экранах последствия той самой странной, плохой, старой проводки, которая начала коротить в щитке. Более того, ситуация на самом деле просто вопиющая, потому что при спасении вас из этой квартиры твоя супруга вот с этого балкона с 4 этажа упала вниз, приезжает МЧС. Это вам все дело открывается. И вы понимаете, что лестница вот где-то здесь, да, под козырьком вот этим стоит? Да, вот как раз-таки под этим козырьком, а мы стояли на вот этом черном. То есть вы уже вылезли сюда даже? Да. То есть да. Вы стоите, держитесь за, да, вот эти за поручни? Да, за вот эту часть. Охереть. Вот. Так. И, соответственно, в какой-то момент, когда жена решает, то есть я поворачиваюсь, отхожу дальше по балкону, чтобы пройти, потому что лестница стояла здесь, и... Как бы жена решает, соответственно, слезть, и в этот момент срывается. Охереть, ребята, срывается, и получается она вот просто на глазах всех, да, здесь же, наверное, какой-то народ уже, наверное, да, собрался. Да, здесь было очень много и людей. И летит вниз и просто падает. Да, она тут на самом деле второй раз, точнее, повезло ей, наверное, первый раз и единственный во всей этой истории, потому что она, вероятно, то есть момент срыва я не видел, но по рассказам очевидцев она упала сначала на лестницу, и потом ее поймал сотрудник
сотрудник МЧС буквально на себя. Короче, смягчил падение. Да, да, хоть поскольку на самом деле, если мы чуть-чуть выглянем, там мы обнаружим столбы металлические. Ой, точно, слушай, и... там вообще столбы сидели. Тут вообще можно насладиться, да. Блин. Я просто благодарен, не знаю, судьбе. Она себе сломала что-то? Да, у нее сломанная рука, сломанная, получается, вот здесь предплечье. И в процессе операции, там перелом со смещением был, и в процессе операции обнаружилось, что еще и локоть сломан. То есть... Ну, на сегодняшний день как она себя чувствует? Ну, она восстанавливается, соответственно, после операции у нее также сломана челюсть, восстанавливается дома сейчас. Охренеть. Слава богу, что жива. Охренеть, ребята, просто охренеть. Далее, это только начало, потому что изначально пожар начался в щитке. Да. Вот я вам предлагаю сделать сейчас прям все последовательно. Давай, смотри, вот, получается, четырехэтажный дом, окна вы увидели. Пойдем в подъезд к тому самому щитку и будешь прям рассказывать ребятам, показывать по-живому, как это все происходило. Да, да. У меня для вас есть секретная информация. Есть такой человек, зовут его Максим Олейников. 27 лет занимается строительством. Каменщик 5-го разряда. Последние 15 лет работает бригадиром. И у этого человека есть замечательный канал на YouTube, имя которого «Фундамент 31. Строительство домов». Максим прошел все этапы строительства. И поэтому в открытую от и до рассказывает на своем канале, как и что строится. И вот в чем уникальность его канала. Зачастую некоторые темы, которые мы затрагиваем, они требуют более глубокого погружения. И вот Максим как раз берет определенную тему и 15-20 минут по существу, простыми словами, рассказывает, как это должно выглядеть при строительстве. Максим затрагивает самые важные темы, начиная с выбора проекта при строительстве дома. Они затрагивали тему строительства без проекта, темы цен на строительные материалы, как они меняются, что растет, как можно заменить один материал другим без потери качества. Делают различные обзоры домов, которые они уже построили, либо они строят. Короче, на этом канале вы из первых уст от строителя узнаете, как строятся дома в нашей стране, частные. В том числе, если вдруг вы проживаете в Белгороде, Курске или Воронеже, и вам нужен дом под ключ, пожалуйста, можете обратиться, они вам сделают расчет и предложат свои услуги. В любом случае, все те, кто интересуется стройкой, кто любит послушать людей с опытом, ребята, подписывайтесь на канал. Вот я всегда говорю, отписаться вы всегда успеете. Но подобные каналы, когда человек от первого лица с образованием, с пониманием дела рассказывает, найти довольно-таки трудно. Поэтому ссылочки ждут вас в описании и в первом закрепленном комментарии. Там все подробности. Подписывайтесь, просматривайте и получайте полезную информацию. Мы заходим в подъезд, смотрите сами, обычный, типичный подъезд для таких домов, 64 года ты им говоришь? 64-го года, да. 64-го года постройки. Ну пойдем, Паш, рассказывай, смотри, как это вообще все происходило? Вот какой это был день недели, что ты в этот момент делал, с чего все началось? Я, соответственно, это было воскресенье, 26 июля, я буквально только вернулся из магазина и резал на кухне салат. О, отлично. Воскресенье, салат. Да. Соответственно, в какой-то момент супруга выбежала в коридор и говорит то, что какой-то дым, дым воняет, и, короче, что-то происходит. Соответственно, я начал разбираться и услышал треск вот на лестничной клетке. По ощущениям, треск был такой, как будто что-то режут болгаркой или варят, соответственно, сваркой. По итогу, когда я выбежал посмотреть, что происходит, соответственно, горел вот этот щиток, было открытое пламя, и вот такой, соответственно, электрический треск, абсолютно дикий. И, естественно, здесь все очень сильно уже на тот момент было задымлено. Это сколько времени было? Примерно, ну, я не сравнивал, где-то 15:30, это, соответственно, сотрудники МЧС зафиксировали первый вызов. Вот смотри, когда ты это все дело увидел, раз, два, три, четыре квартиры,
это на третьем этаже, ты-то проживаешь на четвертом. Да. Твои первые действия, ты кому-то стучал, звонил, кричал, что происходило? Да, я, соответственно, стучал, говорил, что пожар. На самом деле я надеялся, чтобы открыли дверь, чтобы дым начинал выходить, чтобы просто можно было как-то это все тушить. Угу. Вот, потому что примерно, ну, то есть я увидел, соответственно, пожар сразу. И, честно говоря, я абсолютно не раздумывая побежал и схватил в прихожей огнетушитель. Тот самый огнетушитель, да, который ты купил себе как, да, раз так. Вот, соответственно, схватил огнетушитель, прибежал сюда и начал тушить. Огнетушитель был порошковым. Помог он тебе? На самом деле тут двоякое ощущение. Я потушил в какой-то момент возгорание, просто из-за того, что электричество все еще подавалось в дом, оно начало коротить опять. Все, ладно. Сейчас видим. Счетчик сверху я там тоже сняла. Угу. Знаете, самое интересное, чтобы надо было не с огнетушителем вбегать сюда, а с телефоном и с камерой. Черт возьми. Заранее расстраивайтесь. В этом практически не было смысла, просто потому что надо было как-то отрубать электричество, а отрубать электричество в доме я просто не умею. Вот, ребята, а кто из вас знает, где в вашем доме, в вашем подъезде идти отрубать электричество? Тут иной раз некоторые говорят, вода потечет, и никто не знает, надо звонить, даже не знает, даже как дома в квартире у себя какой кран перекрывать. А это электричество. Таким образом, происходит ситуация, что здесь полным-полно стоит дыма. Да. Ты накидываешь туда эту порошковую смесь для, да, тушения. Соседи, кто-то выходил в этот момент? В этот момент нет. Вообще никого. То есть, да, тишина полная. Ты, да, один здесь носишь и спасаешь дом. Да, да. Просто изначально, соответственно, у меня даже не... даже когда началось возгорание, у меня не было даже примерно мысли, что у меня может сгореть квартира. Поскольку изначально я хотел просто потушить очаг, чтобы... соответственно, жилье как можно меньше закоптилось. Третий этаж, ты-то на четвертом этаже. Что происходит дальше? Дальше, соответственно, в какой-то момент я уже не могу дышать, поскольку очень много дыма. Я разбиваю окно вот здесь. Вот это окно уже поменяли, ага, оперативненько. Я его разбиваю, собственно, огнетушителем, просто чтобы дым начал выходить. Вот. После этого, соответственно, я забегаю в квартире, говорю супруге, чтобы она брала домашних животных и шла на балкон. Я знаю, что у тебя есть собака точно. Собака и кошка. И кошка, так. Да. А почему ты их отправил на балкон? Почему ты их не отправил на улицу? Они же могли выйти в этот момент или уже нет? Ну, тут было достаточно тяжело выйти, плюс все-таки выловить кошку и стащить собаку, это достаточно проблемно. То есть проще было выгнать на балкон. Я хочу сделать акцент. Балкон. Ключевое слово... Балкон. В этот момент никаких возгораний у тебя в доме не было. Да. Ну, пойдем к тебе в квартиру. Слушай, вообще очень интересно все это как-то развивается, потому что по вот несчастному стечению обстоятельств... Открывай пока. Я вот так же щиток могу показать. Получилось здесь так, что сгорела только твоя квартира, все остальные остались живы. На самом деле здесь вот в соседней квартире подгорел комод, который находится в этом углу. Uh-huh. И тут просто, наверное, я не знаю, как это объяснить, наверное, повезло, просто потому что там стоял, соответственно, старый комод, uh-huh, еще, наверное, советский. И то есть он просто не успел полноценно загореться. Угу. И, соответственно, после того, как я понял, что мои попытки абсолютно практически ни к чему не приходят, я забежал в квартиру, закрыл дверь, и отдельно хочу отметить, что на этот момент в квартире огня не было. Угу. То есть в тот момент я не подозревал даже, что огонь может пойти в квартиру. И в первую очередь в твою. И в первую очередь в мою. Потому, да, что, друзья, смотрите, какая картина получается. Загорелся щиток, да, закоротило. Был дома, услышал, пошел тушить, начал тушить. Потом постепенно ты понимаешь, что ты справляться уже не можешь, слишком много дыма, да, вы вызвали пожарную часть. Да. Побежал ты домой, закрылся, ну, а теперь давайте зайдем домой, и ты уже расскажешь, какие действия происходили там. Да. Вот так вот просто бывает в жизни. Мы сегодня говорим, день воскресный, день чудесный, но не всегда в жизни все сладко, гладко, тем более, когда старый фонд. Пятерочка, четырехэтажный. Вот, ребята, посмотрите. Последствия короткого замыкания и последствия того,
когда на третьем этаже у тебя что-то закоротило в щитке, но при этом ты кинулся спасать. Вот вам кратко квартиру покажем, но понятная планировка абсолютно. Ты заходишь, прямо идем, у вас будет сейчас кухня, здесь туалет с ванной совмещенный. Проходим, небольшая кухня была. Вот так это все дело выглядит. Ну, кухня вообще маленькая, где-то, не знаю, там 5 там, квадратов, если не меньше, блин. Прихожая, первая комната, там клеточка. В клеточке, слава богу, никто не жил, говорит, раньше у него хомяк был, сейчас никого не было уже. И вот еще одна комната, зал. Вы посмотрите, да, понятное дело, что сейчас кадры-то после пожара, возможно, можно сказать, типа, блин, маленькая квартира. Ребят, человек раньше жил в комнате 18 квадратов. Вы ответьте сами себе, после комнаты 18 квадратов, когда ты заезжаешь в свое жилье, у тебя жена, любимые домашние животные, балкончик маленький, но он есть. Это сразу шикарно. Опять же, балкончик маленький, но он есть. Балкончик спас их еще. Я, соответственно, закрываю дверь и иду на балкон уже ждать помощь, поскольку, соответственно, задымление. И, ну, на самом деле, на тот момент я еще ждал, то есть мы стояли внутри балкона, и мы ждали просто, пока приедет пожарная служба. Вот. Первыми приехали сотрудники МЧС, которые попытались, соответственно, нас эвакуировать. И, на самом деле, мне очень сложно оценить время, какое происходило. В стрессе был. В стрессе был, да. Но, наверное, минут 10-15 абсолютно точно не больше. И, соответственно, до этого я еще чувствовал себя, ну, хотя бы более-менее приемлемо. И в какой-то момент просто я, соответственно, услышал разбивающиеся стекла. Я услышал, как в квартире все начало рушиться. И, соответственно, увидел черный дым, который выходил из кухонного окна. И, ну, в этот момент я понял, что квартира начала гореть. И в этот момент, наверное, меня охватила самая сильная паника. Это просто жесть, ребята. Вы вдумайтесь, 10 минут. 10 минут, и вся квартира в огне. Подчеркиваю, что Паша, когда говорит, я закрыл дверь, он имеет в виду, что просто дверь закрыл, а не то, что он закрылся на замок. Балкон. Я сказал, что ключевое здесь балкон. Именно он спас ребят и их животных. Благодаря балкону они остались живы. Если бы не было балкона, то история развивалась бы тремя путями. Первое. Им удалось бы пробраться сквозь клубы дыма и выбежать на улицу. Им не удалось бы пробраться и сгорели бы заживо. И третий вариант. Выпрыгивать из окон в надежде на то, что ты выживешь. Ну, то есть у вас пошел дым, и вы... Да, я просто отсюда убежал. А дальше, ну, как бы, все здесь пошло гореть уже. Да, ну, то есть, когда у вас дым пошел, еще здесь же у вас ничего не было, да? Нет, здесь ничего не было. И вы поняли, что снизу как бы он идет, да? То есть, вы посмотрели у себя, ничего нет? Нет, я не понял. Ну, как бы, у меня просто пошло задымление в квартире. Uh-huh. Ну, вы вышли, здесь не было, и вы поняли, что я понял, что, соответственно, здесь ничего не горит. Я спустился вниз, я увидел треск и, ну, треск электропроводки, и после этого начал это все тушить. Нифига себе. Там он есть. Там уже никого нет. Ну, смотри. Слушай, да. А с животными как? Соответственно, ну, после момента срыва, когда я, соответственно, увидел, и я был просто в абсолютном шоке, потому что не знаю, как передать словами, когда твой любимый человек лежит, и он просто не двигается от слова вообще. Вот, соответственно, я решил попытаться как-то вылезти сам. Я залез уже обратно, взял собаку. Но... У тебя собака овчарка? Овчарка, да. То есть это большая, 30 килограмм, да. Вот, То есть ты с собакой перелазишь сюда? Нет, на самом деле я не успел, поскольку я ее вытащил на пол туловища на улицу, просто чтобы она могла дышать. И мне начали кричать, что пожарные уже в квартире. И, ну, как бы в этот уже момент
сюда подбежал уже пожарный с пожарным рукавом и начал, соответственно, заливать квартиру полностью. И, ну, там буквально через совсем небольшой промежуток времени уже открылась балконная дверь, и, соответственно, пожарный в маске сказал, что все, как бы выходите. Фу, блин, вообще так прямо аж облегчение. Блин, дядькам, кто работал, вообще огромное спасибо. Да, вообще, да. Вот это реально специалисты, вот на них, вот знаешь, в обычный день ты про них не вспомнишь, но в такой ситуации, да, я думаю, ты им по гроб жизни теперь просто благодарен. Надежда только на этих людей. Я хочу отдельно сказать спасибо всем, кто помогал. И отдельно хочу сказать спасибо Петру из Раменского спасательного отделения, поскольку, ну, благодаря нему у меня осталась жена жива. Жена упала с кошкой, через неделю примерно кошку нашли. Угу. Вот, все хорошо с ней тоже. И тебя уже спокойно вывели на улицу, ты выходишь. Что происходит дальше? Дальше происходит просто какой-то ад, потому что я, соответственно, ну, некоторое время, минут 5-10, я находился с женой, пока ее не увезли, пытался как-то подбодрить. И дальше уже приехали сотрудники управляющей компании и какой-то человек, который потом представился из Раменской администрации. Угу. Вот. И, соответственно, ну, в какой-то момент уже мне сотрудники пожарной службы разрешили подняться в квартиру, в которой уже находились сотрудники Раменской управляющей компании, и на меня начались вопросы в стиле «А что ты тут варил?». И дальше я не знаю, как это объяснить, но просто начался лютый прессинг на фоне того «А что ты тут делал?», «Почему вот так вот у тебя сгорела квартира?». И просто действительно начался прессинг, несмотря на то, что я как бы изначально говорил, что пожар начался в щитке, но мне никто не верил, поскольку как бы квартира сгорела только у меня, у одного, вот, и я еще и говорил, что я пытался тушить, и, соответственно... Вот это вот, на самом деле, Паш, для объективности, да, для зрителя, это очень хороший момент, потому что, на самом деле, вот я заметил, что ты куришь. Правильно? Да, да. На балконе я видел, у тебя есть бычки. Да. Соответственно, можно предположить, что, может, ты выпил, бычок у тебя упал, начал говорить, а ты начал на щиток, там, говорит, ой, там щиток. Может, ты какой кальян делал, у тебя дом старый, уголь закатился, дым пошел и так далее. Это имеет место быть, в этом нужно разбираться. Но пожар-то начался, очаг-то реально видно, что с щитка, а не из квартиры. Ладно бы, если бы щиток не горел бы, да, ребята, а просто только в квартире, а он бы рассказывал сказку, что где-то там внизу проводка, я к ней отношения не имею. Но они начали выставлять тебя виноватым сразу, да. Как говорится, без суда и следствия. Да. И что они тебе говорили? Они мне, соответственно, говорили, что, ну, тут начался пожар, у меня там в тот момент еще лежала коптильня, поскольку за неделю... Примерно несколько дней до этого выходили коптить мясо в лес. Вот. И, соответственно, ну, на мои доводы не реагировали. И в какой-то момент я просто практически перестал с ними общаться. Я стал ждать сотрудников МЧС, пожарной экспертизы, чтобы уже разбираться вместе с ними. Короче, здесь подводим итог, что у тебя сгорела квартира, жена упала с балкона. Приходят сотрудники и говорят то, что, слушай, да, по всем обстоятельствам ты по ходу дела сам хату испалил, да. Потому что все различные атрибуты, в том числе коптильня, им сразу подтолкнуло на мысль, что ты здесь да. мясо коптил в прихожей. Да, ну, условно да. так. Условно говоря, наверное, да. То есть, соответственно, мангальчик прямо в прихожей на вешалке, чтобы все было с душком. Короче, прикольно. Значит, как бы я прекрасно понимаю, что это не смешно, но это во всем нужно видеть немножко позитива. Да, да. Слушай, происходит дальнейшая ситуация. Приходит пожарный. Да. И ты ему объясняешь уже вживую человеку, специалисту, внимание. Да, специалисту начинаю, соответственно, я рассказываю всю эту историю. Пожарный говорит, что, ну, как бы, у тебя вот возгорание началось с того угла. Огонь пошел от тебя, возможно, тут какое-то электричество, и после этого пошел щиток вниз. Соответственно, он говорит, также была версия, что если бы огонь пошел по щитку, то выгорел бы весь, соответственно, электрический стояк, и все счетчики, соответственно, на четвертом тоже сгорели бы. Вот. На что, соответственно, я сказал, давайте разбираться, как это случилось, почему, ну, с моих слов, как я и говорю, что я два раза прошел через прихожую, ничего не горело,
А вы, соответственно, утверждаете, что вообще-то все по-другому. Да. Давайте разбираться. Спорная ситуация. Спорная ситуация. Реально спорная. Так, и что происходит дальше? Поскольку мне говорят, что вот тут вот находился очаг, я беру лопату саперную, которая здесь стояла, и начинаю, соответственно, убирать обувную вешалку, обувную полку. А пойдем, показывай прямо по-живому. Да, да, давайте посмотреть по-живому. Так, сейчас мы с вами включим свет. Где очаг был? Вот очаг, соответственно, фон, да, по словам. Да, да, вот, соответственно, здесь началось горение. Ой, какая прелесть. О, какая прелесть. Что там такое? Отлично. И в какой-то момент я просто лопатой раскопал вот эту дыру. Так. Вот эту злополучную дыру. То есть это у тебя, получается, дыра прямо в квартире была связана в электрощиток, да. Если можем попробовать подснять, там уже лежат новые кабеля. Ну, я вижу, там вон провода, да, все это есть. Их да. уже поменяли. И, соответственно, вот отсюда пошел изначально пожар. Угу. А здесь, ну, как бы, да, вот, ну, как бы обычный быт. Здесь, вот буквально здесь стояла обувь. Угу. А здесь была вешалка открытая, очень много верхней одежды, синтетика. И, короче, все то, что удачно сполыхнуло. Да, и то, что сразу пошло наверх, в антресоль. И, соответственно, начало, просто квартира начала гореть. Ну, вот на основании вот этой показанной информации, то, что ты показал пожарному, он что после этого сказал? А вот только после этого, вот буквально, он пошел, соответственно, смотреть щиток и начал осматривать провода, где обнаружил какие-то характерные, как это описано уже в экспертизе, следы аварийной работы электросети. То есть это какие-то характерные следы на проводах, которые образуются только в момент короткого замыкания. Ну, насколько я это смог понять. Короче, ребята, вы просто представьте, вот, смоделируйте просто ситуацию под себя. Ты находишься в стрессе, тебе 24 года, ну, относительно молодой парень. Ему говорят, в первый же день, в первые минуты после пожара, ты виноват, у тебя тут коптильня, шашлычки тут, наверное, жарил, да ты какой-нибудь там дурак, условно. Приходит пожарный, говорит, ну, судя по всему, у вас возгорание-то и пошло. Ты да. начинаешь рыть лопатой, он замечает, что что-то тут не так, после этого идет, смотрит в щиток, потом говорит, да, слушай, да. скорее всего, ты не виноват. Но при этом, если бы ты не начал предпринимать эти действия, то, скорее всего, с долей вероятности 99%, ты бы стал просто-напросто виноватым. Да. Правильно да. я говорю? Да, абсолютно так, потому что изначально, если бы я совсем ничего не делал, у меня просто не было бы мысли посмотреть, соответственно, вниз и понять, откуда шел огонь. Угу. Ребят, Нина Васильевна, это соседка Паши. Нина Васильевна, да. в день, когда пожар начался, вы-то где были? Дома была. И вы не побежали никуда спасаться-то? А куда я побежала? Я дома была, заткнулась полотенцем мокрым, и все. Вы когда... У меня дымом было половина, это, целая квартира. Вы когда вот закончился пожар, потушили все, вы вышли, вы слышали какую-то версию, кто виноват был, в чем причина была? Вам что-то говорили? Да мне самой плохо было. То бишь, ну вы не слышали. А потом, в дальнейшем, вы знаете, из-за чего пожар-то произошел? Ну, сказали, что там взорвалось чего-то. Взорвалось? Ну да. Ну, раз горело вниз, на третьем этаже. Ну, то есть на щиток третьем это. Этаже, а, в щитке произошел взрыв? Конечно. Скажите, вам сейчас что говорят, компенсация какая-то вам будет, что-то вам? А кто со мной разговаривал, вот я только вижу первый раз вас тут. И все, да? То есть как бы условно все за ваш счет сами будете делать? Не знаю. Единственную дырку бы заделали, я бы поклеила там. Хотя бы дырку, да, чтобы сделали вам? Ну, конечно. Потому Понятно. Что я туда запихнула тряпки, невыносимо. У меня внук приезжает из Москвы, у него аллергия такая. Хоть раз вот за 3.5 года жизни в этой квартире ты хотя бы мог предположить, что может случиться такая ситуация, которая произошла у тебя? Предположить мог. Ну, задумывался об да, этом? Да, я что? Задумывался. Вот, предположить мог, но, честно говоря, я не мог предположить, что я погорю из-за щитка в общем подъезде, и что в итоге, как выяснилось, я погорел один. Таким образом,
Когда пожарный наконец-то обратил внимание на щиток, стало понятно, что что-то здесь не так. После чего они начали проводить пожарную экспертизу. Да. Сколько времени она заняла? На самом деле, суммарно пожарная экспертиза, это был как раз-таки тот же сотрудник. Просто он все осмотрел и все отфотографировал. Он начинает делать эту экспертизу. Ты ждешь вот эту бумагу, на которой будет написано причины возгорания. Да. Пришла бумага? Бумага пришла только через 2 недели. То есть, на самом деле, на месте был составлен протокол, были, соответственно, приглашены понятые, где, соответственно, сотрудник МЧС уже все рассказал. Короче, картина получалась следующая. Рассказываю. В силу того, что пришли, увидели, подумали, что у него загорелось, ему сразу сказали, что ты, короче, виноват. И ты будешь за все это дело платить. Ты будешь всем все здесь компенсировать. Всех тех, кого залило водой, вот там третий, второй, первый этаж. Полностью. Все, что залито, у людей что-то пострадало, они могут писать претензию. И типа через суд, да, условно, ты идешь и платишь им всем. В том числе вот соседки за то, что у него там подгорело что-то. Короче, все на нем. Естественно, ты от этого охренел. Да. И ты с дрожью там, да, в душе ждал эту бумагу, пожарную экспертизу. Приходит пожарная экспертиза, я вам ее вывожу на экран, и где, слава богу, для тебя черным по белому написано, что очаг возгорания был именно в щитке, а не у тебя в квартире. Да, и благодаря вот этой экспертизе ты сейчас точно так же потерпевший. Да, да, теперь да. И теперь... Что нужно дальше делать? Ты же уже вопрос изучил, как у вас будет суд или что? Кто теперь должен вам денег дать? Честно говоря, я пока что еще сам не до конца понимаю. То есть, скорее всего, нужно будет подавать иск в управляющую компанию. Вот. Соответственно, на управляющую компанию за некачественное обслуживание, соответственно, жилых коммуникаций. Вот. И тут, соответственно, просто подкрадывается второй момент, что как бы вот все случилось, а, соответственно, даже несмотря на то, что появился знакомый адвокат, получается такая история, что опять надо платить деньги, то есть суммарно я приблизительно оцениваю это в 150 тысяч, это просто для того, чтобы запустить, соответственно, юридический процесс, который непонятно сколько будет тянуться. Друзья, вот в рамках канала... Если кто-то разбирается, кто-то знает из вас, вот реально по существу может дать дельный совет не серии, я предполагаю, мне кажется, кто вот, например, специализируется на подобной практике. Оставим на тебя контакт, да, в виде почты, выписываем, в общем, что дашь там, почту, да, телефон. Можете помочь, помогите. Человек реально оказался в тяжелой ситуации, парень написал сам, говорит, типа, Дим, мы смотрим твой канал, помоги нам, вот у нас такая ситуация. Ну, вопиющий случай, вы вдумайтесь, не каждый день такое происходит, но это просто может произойти в моменте. Салат, говорит, резал в воскресный день. Ролик посмотрел тогда мой? Да, скорее всего, я в тот момент включил твой ролик и, соответственно, охренеть, под него готовил. Вот, вот, друзья, ни в коем случае там не какой-то черный юмор, ну просто, блин, вот я честно говорю, в шоке. От всей той истории, он мне когда письмо написал, прочитал, я офигел. Вот что ты для себя понял? Обязательно 1-2 огнетушителя хороших. 1-2 хороших огнетушителя, абсолютно четко, прозрачно должно быть понимание того, где находятся какие технические отверстия, поскольку это все непонятно. И, конечно же, в идеале, ну, то есть я понимаю, что в этом доме это невозможно, это нужно полностью представлять себе, какая в доме электрика, есть ли средства пожаротушения предусмотренные в доме, потому что в некоторых домах это есть. И самое главное, как в случае экстренной ситуации, ну, в идеале я бы хотел знать, как в случае экстренной ситуации можно отрубить воду и воду по необходимости и электричество полностью, чтобы, соответственно, уже дальше применять огнетушитель, и чтобы в этом был просто смысл. Вот отличный повод для того, чтобы обратиться к пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций. Ребята, дайте, пожалуйста, обратную связь. Давайте снимем хороший, отличный документальный ролик. Покажем людям, как вести себя в подобных ситуациях. Поймите, люди стали забывать. Очень много молодых, которые не знают, как правильно себя повести в ситуации. А что было бы, если бы, например, Паша закрылся на замок? Ну, к примеру, ни в коем случае ролик не на коммерческой основе. С огромным удовольствием приедем, подстроимся под вас, снимем полноценный сюжет, потому что здесь на самом деле очень глубокая тема. Вот, к примеру, почему
трудом тушили водой. Почему не пеной? Почему не другими способами? Есть другие способы тушения. Таким образом, этажи не затопило бы. А тут, смотрите, тушили четвертый, третий, второй, первый, весь под водой. Ведь можно было бы этого обойти. Как правильно поступать в такой ситуации? Все контакты со мной в описании. Я всегда на связи. Поэтому это был бы шикарнейший и полезный ролик для всей нашей страны. С момента пожара прошло практически один месяц? Да, без малого почти месяц уже прошел. И как теперь твоя жизнь протекает? Где ты живешь? Где собаки? Где жена? Жена живет у родителей. Я живу в квартире друга. Причем живу на... Договорились на том, что я плачу коммуналку и делаю там тоже мелкий ремонт, и в целом ремонт, поскольку там тоже квартире необходим ремонт, поэтому сейчас у меня две квартиры с ремонтом, где надо что-то делать, и полное отсутствие денег даже на юридические какие-то тяжбы. А ты сам где работаешь? Я работаю курьером, на данный момент я работаю курьером, просто развожу, соответственно, заказы клиентам по Москве. А супруга работала? Нет, супруга училась на тот момент. А ей сколько лет? Ей 22. 22. Короче, ребята, если кто-то вдруг заимеет желание Пашу поддержать копейкой, юридически все контакты на тебя мы оставим. Да. Есть желание помочь, помогите человеку, потому что ситуация, конечно, непростая. Ребята молодые, в общем, в жизни бывают всякие ситуации. Как минимум, благодаря тебе многие увидели, как легко, да, вживую все может произойти. Воскресный день, да. Салатик, да. И на тебе 10-15 минут. 15 минут, и вот действительно, на самом деле, это просто хочу передать ощущение. 15 минут – это то время, за которое потерялось, не знаю, очень много ресурсов, которые вкладывались вот в это жилье просто годами. То есть это реально... Все, что было, все, что собиралось годами, это все за 15 минут превратилось в пепел. Кто будет спорить, что вот эта ситуация мега поучительная? Просто люди, бывает, забывают, что вот подобные вещи могут произойти в один момент там, где их не ждут. Никто не ждет, что завтра у него что-то загорится. Но при этом никто не проверяет проводку, никто не знает, где у него какие коммуникации, как это перекрыть, куда идти, что делать. Этим нужно заняться прямо сейчас. Поэтому, ребята, выделите время, изучите ваш дом, вашу квартиру. Серьезно говорю, многие ни хрена ничего не знают. Как минимум, купите себе огнетушитель, продумайте, что бы вы делали в ситуации, если, не дай бог, начнется пожар не у вас, а у соседа. Если вдруг вас начнут затапливать. В общем, друзья, вещи, как говорится, ОБЖ. Нужно освежать, нужно помнить, нужно знать, как себя вести в подобных ситуациях. Опять же, вот животные. Для многих животные – это дети. Соответственно, если животное травится угарным газом, как правильно оказать ему первую помощь? Ну, полезно ведь, елки-палки. Это же жизнь, это вот происходит здесь, сейчас, вокруг нас. Поэтому наматывайте на ус. И не забывайте, что в описании вас ждет ссылка на канал Дмитрия Олейникова. Он рассказывает все о строительстве домов. Уверен, он вам зайдет и будет полезен и интересен по своей смысловой составляющей. И также в первом комментарии вас ждет ссылочка активная на телеграм-канал, где я выкладываю все свежие события, о которых мы будем снимать. У меня на этом сегодня все. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет больше полезных роликов. Ставьте лайк этому ролику в силу поддержки. Пишите ваши советы в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.